выпусти меня. Спасибо. Пойдем отсюда. Драться можешь? Разумеется. Спасибо. И как я могла попасться этим, Малакас? Ну и так я слишком опасна, чтобы ходить в одиночку. Но ты делаешь именно это. Да, ты прав. С шайкой разбойников я не справлюсь. Проводишь меня до дворца Одиссея? Я заплачу. Я провожу тебя до дворца. Что ж, мне повезло. Как тебя зовут? Алексиос? Я Одесса. Меня назвали в честь Одиссея. Зачем тебе туда? Во мне течет кровь Одиссея. Я странствую. Ты потомок бывшего царя Итаки? Того, кто создал троянского коня и сразил циклопа. Того, кто побывал в землях лотофагов. Главного героя Одиссеи. Да, верно. А что? Ты не первая, кто так говорит. Ну, увидеть дворец может любой человек. Отправимся ко дворцу, пока можем. Найду укрытие. Чего ты ожидала? Не знаю. Величие. Меня назвали Одесса. В честь славного Одиссея. Я надеялась, что смогу лучше понять его. Ну и? Поняла? Увы, нет. Пойдем к кораблю. Я заплачу там. Это тебе. Я разочарована. Почему это место так важно для тебя? Ты смеешься? Одиссей жил здесь, правил. Он положил конец Троянской войне, ушел от Сциллы и Харибды. У него было все. Преданность, любовь, боевой дух. Он привлек к себе внимание богов и поплатился за это. Зато он стал легендой. Ты не ребенок. Пора повзрослеть. Глупо верить, что можно обрести величие малой кровью. Я готова сделать все, что потребуется. Сказать проще, чем сделать. Я хочу стать великой. Я всегда мечтала об этом. Было бы жаль прожить свою жизнь в повседневных хлопотах, как другие, и не оставить о себе никакой памяти. Если ты хочешь стать великой... Как Одиссей, действуй! Хитроумие принесло ему славу. А что можешь ты? Я проделала долгий путь. К руинам жизни Одиссея. Лучше живи своей.
Не следовало просить совета у наемника. Уйди.